Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами Таро прогноз для Овнов на февраль 2024 года. Дорогие друзья, дорогие Овны, давайте с вами посмотрим, какой это будет для вас месяц, какие основные события у вас будут в феврале 2024 года. Работать мы будем на трех колодах. Из каждой колоды я достану по три карты. Итак, Овны. Февраль 2024 года. С чего начинается месяц? Луна. Так, ну здесь какие-то будут раздумья. Овны будут думать по поводу того, что касается здоровья, по поводу того, что касается дома, обстановки в доме, какие-то домашние дела. Может быть, вас будут интересовать вопросы недвижимости. Что-то будете рассматривать. Либо переезд, либо куплю-продажу. То есть тут какие-то моменты могут быть. Я не говорю о том, что у вас предстоит, да, что вам предстоит какой-то переезд. Я говорю о том, что вы будете обдумывать какие-то варианты по поводу того, где жить. Может быть, у вас есть какие-то квартиры, которые вы сдаете, допустим, или... В общем, решение вопросов со здоровьем, с недвижимостью и с домом. Так, но тут какие-то сомнения, страхи и переживания у вас возможны. Давайте посмотрим по Луне, что тут. Ожидание. Что-то вы слишком долго ждете. Как будто ожидание чего-то затянулось. И вы уже не уверены в том, что получите какой-то конкретный результат. Но результат будет. Нужно немножко еще подождать. Есть какая-то заминка, пауза в ваших делах, но этот вопрос решится, скорее всего, что ближе к середине февраля. Как-то так. То есть здесь будет уже какой-то сдвиг в ваших делах. Оформление документов возможно. Но смотрите, это оформление документов может касаться, опять же таки, здоровья или вашего дома, или какой-то недвижимости, допустим. То есть что-то вы будете оформлять. Или это документы, касающиеся вашей семьи, к примеру. Там детей, внуков. То есть вот такое что-то может быть. Хорошо. Овны. Февраль 2024. Что же дальше тут у Овнов? Шанс, возможности. Вот вы получаете то, что вы хотели. Да? То есть у вас вот в начале месяца тут какие-то переживания, неуверенность. Но вот вы не уверены в конечном результате. Но в целом тут как вам сообщат о том, что все готово, все возможно. Пожалуйста, берите, действуйте. Императрица. Ну, вообще потрясающее вот у вас будет и самочувствие, и вот вы себя почувствуете как императрица, что у вас все получилось, вы все смогли, вы добились каких-то результатов, чего-то вы долгий период времени ждали. И вот, наконец-то, вам дают то, что, ну, знаете, как бы вселяет в вас определенную уверенность, да, повышает вашу самооценку, допустим. То есть вот вы понимаете, что не зря были потрачены силы, усилия, все получилось, сделку оформили, допустим, да, результат какой-то конкретный есть. Так, внешность. Вот в середине, кстати, февраля, может быть, вы будете заниматься вопросами внешности. Но здесь вы начнете реализовывать какие-то ваши планы и мечты. После того, как что-то вам дадут, подтвердят, то есть здесь вы получаете какой-то сигнал, какой-то знак, результат, вы приступаете уже к каким-то конкретным действиям. Такое впечатление, что вот вам не хватало какого-то документа, вот какого-то статуса, вот чего-то не хватало, связанного, допустим, ну, как с законом каким-то, да, официальный документ, официальное разрешение. И вот здесь вы получаете то самое, и, скажем так, вы готовы к каким-то конкретным действиям, вы начинаете реализовывать задуманное. А что дальше? Суд. Смотрите, то есть вот как, продолжать. Вы будете продолжать что-то оформлять, что-то получать. Или вы получаете здесь какую-то справку для того, чтобы потом оформить еще какие-то документы.
Потому что вот смотрите, много документов у вас будет в этом месяце. Либо вы получаете какую-то справку, проходите, может быть, медосмотр какой-то для того, чтобы устроиться на какую-то работу. И вот вам справку дают, и оформление на работу у вас тоже благополучно проходит. То есть тут как в два этапа что-то будет. Но, знаете, вам будет казаться, что все-таки, знаете, все равно сомнения у вас будут. То есть, несмотря на то, что вроде бы уже все как в кармане, да, что вроде бы все уже решили, все как-то известно, вам понятно, но все равно сомнения будут в том, что вы справитесь с чем-то, что у вас получится, что в итоге, ну, вот будет так, как вы того хотели. Но все будет хорошо. Благополучие вы сможете держать через некую женщину. Конечный результат у вас здесь будет. Так что месяц будет для вас в итоге плодотворным. Придется много поработать, придется много потрудиться, ну, вложиться. Может быть, где-то нужно будет даже вложиться для ускорения результата. Но так или иначе, вы желаемый результат получите. Но здесь я вижу, как в два этапа что-то будет делаться. Вот в начале месяца, да, и вот ближе уже к концу. Как-то так. Но вы будете довольны. То есть вот этих сомнений, переживаний в итоге у вас уже не будет. То есть вы это преодолеете, поймете. То есть по накатанному как-то это все пройдет. Вам скажут прийти явиться. Вы придете, явитесь. Печать вам поставят, документы в руки вам дадут. То есть вот таким вот образом что-то будет решаться у вас. Такой получился у нас с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.